Памятник святым Петру и Февронии прошел водные процедуры. Зимой скульптурную композицию очищали только от снега и льда, а во время апрельского месячника с нее смыли скопившуюся пыль и грязь. Нижние элементы памятника сделаны из гранита, а верхние из бронзы, которая покрыта специальной краской. Поэтому применение химии для их очистки недопустимо. Можно этот состав красочный смыть. Поэтому, как вы видели только что, верхние элементы мыли только водой. Из аппарата высокого давления, настроенного на минимальное значение, чтобы также не повредить мемориальное сооружение. Нижние элементы уже применяются нейтральная химия в виде мыльного раствора. На сильные загрязнения, целевые образования наносят специальный химический состав, который очищает гранит. После этого скульптура готова к летнему сезону. Памятник ставится, делается для того, чтобы людям было приятно, чтобы они знали историю, чтобы им было приятно смотреть на все это. И, конечно, когда он чистый, убранный, это очень хорошо. По всему городу установлено 300 памятников и мемориальных сооружений. На обеспечении Центра технического и хозяйственного обслуживания находится 70 скульптур. После генеральной мойки за ними продолжат ухаживать в рамках летнего содержания. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События.